Это гипермаркет Марка. Макро. Все Марка почему-то его называют. Он канал Макро. Тут мы паримся всякими штуками. Ты пивасы тут возьмем? Ты пиво возьмем? Пиво, рома и этого. Карта, чтобы рассчитаться. Опас. А, тележку надо было взять. Или корзинку. Страшный компромат. Как мамки тарят. Всякого. Да? Он народ ящиками чанга берет. Тут где в стекле? Где эта вкусняшка? Что, нету? Блин, один не вижу. Лайма, да? Что, борода? Кто-то распробовал. И все вышло. Нас скинули. А там коробки что? Не то? Что это? Да, наверное, нет. Что там написано там еще? Ну, так получается, мы же не такую брали. 700, да. Нет, мы стекло какое-то за полупрозрачное, наверное, было. Но не вот такую точно. Такую невкусную. Да, да. Ну все, значит, выпили, вы же были. Ну ладно, пойдем туда. О, пауэйнер привезли. А где этот город? Это какого? Содовый, содовый, давай возьмем. Упаковочку. Вечер. Выжибаем же. А, ну сиропа опять же нет. Сейчас посмотрим на другом. Где ром-то? Я не понял. Бакарди, тут все европейское, что ли? Маленькие, я вижу. Да. Это ящик. Может, не перестали продавать поштучного? Не нафиг оно тогда содовое. Да, да, это содовое. Тогда этот. Ничего. Пивас, пивас-то где-то есть. Это ж народ чанги тарел. Может такое возьмем? Гадость. С радостью, говорит, бухали гадости. Такого-то у нас нет ошибся. Да и кто? А, sorry, where is big chunk and another beer? Huh? Big beer. Beer. Big. Big. А, вот room. Time room. 379. Потом 430. Может, более выдержанно. Х1. А нах? Ну да, идем ром. Вот она содовая, она залезет в багажник почему. Ну давай ром с этой багажником. Спивалась еще, ну, блин. Ну как это пиво тащили, наверное. Пиво, пиво. Пиво ящик. А он. А beer only box. А, this time? Окей. Okay. No, this no. Короче, сейчас нельзя. С. До 5 вечера. Ну, с 5 вечера до 12. Давай тогда не будем что пока брать. Пиво там возьмем где-нибудь, все. Они. Yes. I understand. Oh, okay. No rule, no, no drink. Что тогда? Погнали, деньги меняй. Пошел ты, можешь деньги менять. 279, посмотрим, почему в другом месте будет. Пошли. Это просто топ-видео.